Добрый день. Сегодня я расскажу о своей не самой полезной покупке за последнее время. Это такая вот пирамидка от LimCube и даже имеет название. Circle Pyramorphics, ну или Circle, кому как нравится. Pyramorphics с кругом. Должно быть что-то, наверное, интересное. Это отдельная серия от LimCube. Напомню, что я уже рассказывал про такие вот Transform пирамидки, которые на самом деле 2 на 2. У них тут вращалось вот так. Целая серия была на канале. И также я упоминал, что есть серия такие вот с кружками. Их тоже 4 штуки. И первый из них это как раз пирамидка вот такая. Инструкции нет, ничего нет. Только название. Вот такая вот пирамидка. И тут действительно есть кружок. Вспоминаем всякие Petal пирамидки, Crazy пирамидки. Ну и ожидается какой-то функционал незаурядный. Я издалека покажу, но рассказывать про них буду отдельно. Это вот такой вот ежик, да, как был в Transform серии. И еще пирамидка плюс. Сейчас объясню, почему же я купил все-таки их все. И чего я ждал от вот этой. А ждал я вот такого вращения почему-то. Здесь вращается и так, и вот так. И почему-то мне казалось, что здесь будет то же самое. Ровно как и на этом. Здесь тоже вот так вращается, и как 2 на 2 вращается. Но, к сожалению, здесь вращается как Pyramorphics, а назначение вот этих центральных элементов только вот так вот криво вставать и препятствовать вращению. И все. Ну, либо я чего-то не понял. Если не понял, напишите в комментариях. Я предварительно пытался какие-то обзоры посмотреть на YouTube, но не нашел информации по этой головоломке. Я ее купил где-то за 1300, и это были зря потраченные деньги. Хотелось эксклюзива, но получился обычный Pyramorphics, да, который вращается не очень. Но есть у него кружок. Честно, не ожидал от LimCube подобного. Но что есть, то есть. У меня теперь Pyramorphics. Буду рад, если я заблуждаюсь и чего-то не понял в этой головоломке. Какие-то возможности я здесь не постиг, а так однажды было с головоломкой «Семя зла». Я уже снял видео, а потом понял, что она еще вращается по-другому. Поэтому она еще и не вышла, надо доснять. А здесь, как не вращал, так и не понял. Если вам нужен нормальный Pyramorphics, то вот возьмите Сенксо, магнитный. Отличная модель, можно собирать на скорость. А Pyramorphics это все-таки одна из скоростных дисциплин, ну, дополнительных. Не знаю, проводится сейчас или нет, где-то. Но мы когда-то проводили. И для того, чтобы собрать циркулярный вот этот, или круговой Pyramorphics от LimCube, нужно его собрать просто как обычный Pyramorphics 2 на 2. Перемешаем. Как-нибудь. Вот я как не пытался здесь что-то задействовать с этими кругами, но у меня не вышло. Вот они все время перемещаются вместе с уголками. Ничего иного не происходит. Даже пробовал вот так вот повернуть. Они вроде поддаются, но дальше ничего. Ну и как собрать? Ну, давайте форму пострашнее сделаем как-нибудь. Во. Собираем как 2 на 2. Ну и с пониманием, что некоторые углы здесь симметричные и их ориентация не важна. Находим какие-то два угла, которые по цвету совпали. Ставим рядом с ними третий. Все элементы здесь это углы. Вот два угла таких. Такой. Сюда нужно что-то желто-оранжевое. Но, видимо, уже трехцветные. Это получился обычный shape mod 2 на 2. Ну а дальше надо центры
эти поставить, посмотреть. Ну, здесь получилось так, что осталось только развернуть. Можно рыбкой. Да. И все собралось. Бывают ситуации поинтересней. К примеру, для того, чтобы переставить два угла по диагонали, можно использовать палку из 3 на 3. F. Пиф-паф. F-штрих. Да, и... Вот. У нас вот эти углы поменялись местами. Ну, чтобы обратно, делаем то же самое. Чтобы поменять два смежных угла, можно использовать TPRM, либо алгоритм из метода для начинающих. Разворачиваем два либо рыбкой. Либо используем специальный алгоритм. Вот, не в ту сторону рыбку сделал. Не развернулось ничего. Ну, тут и так собралось. Но поскольку здесь есть симметричные уголки, возможно, псевдопаритет. Покажу на нормальном пироморфиксе. Можно делать такие вот нехитрые движения и развернуть один уголок. Я повернул уголок по часовой стрелке. Чтобы повернуть обратно, надо не справа начинать, а слева. Давайте еще раз повторю алгоритм, вдруг кто не знает. Если кому-то интересно, как собирается пироморфикс нормально, так чтобы это собиралось быстро, то в описании я постараюсь не забыть положить ссылку на обучающее видео. Поднимаем, поднимаем, опускаем, опускаем. И повторяем. Такой вот нехитрый алгоритм поворачивает уголок на 180 градусов. Не на 180, а получается на 120. Да. Ну, на один поворот. Все собралось. Если покрутить, начиная слева, то развернется в другую сторону, против часовой. Ну, по часовой вот так. Ну, вернемся к циркулярной серии пироморфиксов. Разочаровала меня эта пирамидка или пироморфикс. Из всей серии я купил 3. Не хватает одного. Он похож вот на такой вот ромбопаралепипед. Если кто видит в продаже вот подобные из этой серии, дайте ссылочку. Там какое-то чудное название, совершенно непонятное. Вот, вот в такой форме, вот с таким механизмом, чтобы уголки вращались. Вдруг кто где брал, видел, встречал. Ну, не хватает мне его до полного комплекта. А так пока 3. Про нормальные расскажу отдельно. А вот это вот не берите. Ну, либо я чего-то не понял. На этом пока все. Всем спасибо. Всем пока.